Маленькие котики-котики, енотики-ботики, котики любят за работой прыгать, прыгать, зургов бить, зургов-зургов бить, убегать, прыгать, 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 бить, зургов, да. Тара-ра-ра-ра, 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 тара-ра-ра-ра-ра, зургов бить, котиков любить. Сосать зурги. Можешь сохраниться? Окей. Кот прыгает как крот, блять, прыг-скок, прыг-скок, еее, я Бэтмен. Так. Ебух, я прыгаю как кот. Я качу. Кошачьи коты, им дают пизды. Кошачьи коты. Кошачьи коты всем дают пизды. Пизды, 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 пизды. Кошачьи, кошачьи коты. Ду-ру-ру-ру-ру-ру. Это кошачий рок. Ты умрёшь, сынок. Ты умрёшь, сосунок. Сосать зурги. Зурги. Блять, зурги, ебать. Ёпта, 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 ёпта. Сосать, 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 сосать. Уходить. Блять, сосать, зурги, 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 блять. Бля, 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 зурги, а ты. О, бля. Не одобряю. Я так и думал, что надо закрыть, но уже было поздно. Я понял, Мири. Блядские коты дарят всем цветы. Блядские коты. Блядские коты. Блядские коты. Ёбаная хуйня. Отребись от меня, блядь. Быстро сыграли. Так, я мудрю, кажется, слишком. Надо наоборот их закрыть. А, открыть и потом закрыть, понял. Да-да-да-да-да, я понимаю. Да-да-да, надо здесь же взломать ее просто, я туплю. Сосать зурги. Такс, ну что? Да господи, боже мой. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Не, ну здесь дизайн хороший. Гейм дизайн. Вполне понятный. За всю игру я один раз заплутал где-то, и то в самом начале там. Но при этом все равно бесят постоянно эти прыжки, прыжочки. Они какие-то.
коридорные какие-то, они странные немножко, конечно. Ну, немножко, я подразумеваю, очень странные. Ну как бы я мог быть первопроходцем? Ну не, я думаю, многие бы прошли. Надо было бы просто сразу по дефолту взять, как только она вышла бы, пройти и поиграть. А ты хрен вообще знаешь, какая игра выстрелит и какая станет плюс-минус популярной. Ну я бы, например, охерел, если бы узнал, что просто игра про котиков, где надо прыгать и убегать от зургов, станет популярной. Ладно. Ну вот темп и замедлился. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля! Ёпту, сука, мать, ёбаный в рот, отъебись! Ладно. Ну, например, кому, например, Disgaea 6 была бы интересна, я, честно говоря, хз. Ну, из того, что я последнее проходил и прохожу. Бля-бля-бля-бля-бля-бля, ёптую, сука, мать, ёбаный в рот, отъебись, катан, ебать, сосать. Пошел нахуй, как краб ебучий. Оп-оп-оп-оп. Ёбаные, сука, мрази. Так, сосать, блядь, хэдкрабы ебучие. Не позволю, блядь, уничтожить, сука, меня. Блядская бегалка, бесит. Ух. Потненько. Чисто энергию. Что сделать? Что ты от меня хочешь, блядь, играть? Ну, я открою, допустим, еще дальше. Ну, здесь никакого кеку какой-то. Корпорация Неко. Они отвечали за утилизацию отходов. Когда мусор с верхних этажей переполнил трущобы, они попытались разработать бактерии, чтобы его растворить. После исчезновения людей бактерии мутировали, выросли, стали пожирать не только мусор. Так и появились зурки. Вперед. Офигенно. Вопрос. Что я могу здесь сделать? Как я смогу быстро избавиться от этих ублюдков? Бежали? Все прибежали сюда, да? Блять, ёб твою мать, что страшно, блядь. Раз, два, бежим. Блять, сука, ебал в рот, сука, вас всех. Ладно, план не получился. Хорошо. Но это было неудивительно, на самом деле, нифига. Это было вполне очевидно, что оно так получится. Хорошо. Хорошо, понятно, очевидно, ладно. Вопрос. Ну...
Вопрос, запрыгнуть наверх можно? Напрыгнуть наверх. Время еще 27 минут. Блять, ну это я пропустил, я не успел буква нажать до того, как меня сожрали. Ладно. Какая же хуйня, честно говоря, с этим вашим котиками, крысами. Ладно, все хорошо, я живой. Я нормально себя ощущаю, ребят, все отлично, все хорошо. Я понял, что надо делать. Это самое главное. Ага. Риски. Сосать, сурки. Сосать. Или нет? Или все же не сосать? Блять. А, мама мия. Зурочки. О. О. Сосать. Сосать, зурки. Боевой кот. Меня так просто не сломить. Непобедимость. Так, значит сюда. И значит сюда. Куда? Вниз? Хочешь вниз? Серьезно? Наверное, нет. Наверное, не хочешь вниз. А. Ну, нормально едет. И лифчик. Ой-ой-ой. Опа. Прыжок. Оп, сосать. Не получите мой кошачий болт. Пошли нахуй, блядь. Отъебались. Ничтожные, блин, ублюдки.
ебал вас в рот всех. Зурки, зурки, позорные придурки. Блять, чё за хуйня? Отъебались от меня, блять. Еб твою мать, отъебитесь. Кошек. Кошак, живи, братан. Братан, живи. Ты сможешь, братан. Давай. Давай, братиш. Братюня, брат два, брат три. Давай, опа, красава. Сосать, зурки. Жестко. Потненько побегали. Игра позволяет тебе принять роль жалкого, ничтожного, беспомощного котика, который ничего не может сделать. Симулятор бега. Ну, использовали. Напоминает любовь, смерть и роботы местами. Вот эта вот работа вся. Как будто бы реально вдохновлена любовью, смертью и роботами. Ну, да, с этими роботами всякими. Там, кстати, даже стилистика роботов довольно похожая местами. Котиков я там, конечно, не помню вроде бы. Или там были серии с котиками? Там были серии с крысами, я помню, в третьем сезоне же. Ну ладно. Какое-то сходство, в общем, имеется. Смотри, какой вид. Отсюда выглядит очень красиво. Я вспомнил город, он должен был стать убежищем. Для котиков. Наверное, нет, не для котиков все-таки. Все огни похожи на звезды, но это всего лишь фонари на герметичной крыше, закрывающей город. Люди построили эту оболочку, чтобы защитить себя от аутсайда. Но это им обошлось дорого, отсюда выхода нет. Аутсайд был ужасным местом, совершенно бесплодным, непригодным для жизни и опасным. Но если ты пришел оттуда, значит, там снова безопасно. И я обещал не просто пойти в аутсайд, я обещал открыть город. Не, ну если эту игру реально 14 человек сделали, вообще претензий нет, как бы. Вся критика, ну, объясняется просто количеством людей, которые ее делали. Ну, игра норм. Для 14, там, 15 или скольки там, 17 человек, сколько ее делали, это очень круто. До сих пор не понимаю, почему одни воспоминания возвращаются ко мне, а другие нет. Но теперь я уверен, что это мое предназначение. Я должен открыть город. Давай вернемся и найдем Момо. Теперь, когда мы подключили прием на передатчик, можно надеяться на помощь. Ну, убегайка довольно такая, знаете, жоподробительная, я бы сказал, потому что, ну, да. Трущобы, бобы. Смотри, записка. Маленький аутсайдер, если ты это читаешь, значит, ты еще жив. Отлично, я отнес кое-какое оборудование в бар, чтобы использовать их антенной. Давай встретимся там. Я заблокировал окно, но код, чтобы его открыть, очень простой. Это...
будь внимателен, код чувствителен к регистру, увидимся в баре, Момо. Должно быть, это код от окна возле входа, вперед. Хуя, он ебанулся. Вот замок, а код? Мне кажется, это была буква H. Неправильно, ключ. Ой, прости, ладно, попробуем еще раз. А потом было О или У. Сейчас посмотрим. Успешно сработало. Момо ждет нас в баре. Баре Алибасов. Эй, Момо. И этого шиза нигде не перепутал, ни с кем не перепутал. Блин. Ты ж Момо, да? Да еб... Эй, маленький пушистик, иди сюда, мне удалось поймать сигнал. Можно мне на стульчик? Давай посмотрим, смогу ли я заставить эту штуку работать. Почти получилось. В лодочке играешь? Прием, меня кто-нибудь слышит? Прием, да, мы тебя слышим, мы из трущоб. Мы пытаемся отсюда выбраться и... Погоди, это ты с Балтазар? Мама, пшшш! Я не могу поверить, я так рад слышать твой голос, с Балтазар. Ты где? Остальные в порядке? Да, пшш, мы в безопасности, пшш, мы нашли путь наверх, пшш. Прием, ты все еще меня слышишь? Чтобы добраться до нас, тебе нужно пройти через канализацию. Пшш, очень, пшш, везде зурки. Канализацию, но как? Прием, черт, сигнал пропал. Не могу поверить, Балтазар жив, ему и другим аутсайдерам удалось подняться по канализации. И канализация — самое опасное место в трущобах. Но если с Балтазар выжил, то и у нас получится. Да что в пиздине пробраться через канализацию? Там все кишит зурками. Они обычно с нами расправ... быстро с нами расправятся. Особенно с тобой, малыш. Многие уже пытались в прошлом. Ничем хорошим это не закончилось. В любом случае я тебя предупредил. Твои дела меня не касаются. Шеймус. А его отец Дог был великим ученым. Он разрабатывал какое-то новое оружие для борьбы с зурками. Несколько лет назад он отправился тестировать устройство и так и не вернулся. С тех пор Шеймус сам на себя не похож. Шеймус, не слушай его, он просто напуган, как и я раньше. Если Дог создал оружие, это наш пропуск к аутсайдерам. В своей записной книжке Дог несколько раз упоминал секретную лабораторию. Должно быть, именно там он над этим работал. В квартире Шеймуса может быть подсказка за мной.
Я кот. Я кот. Долго идти, блин. Я кот. Я путаюсь под ногами. Я кусаю тебя за пятку. Я кусаю тебя за сухожилие сзади. Ты падаешь, я кусаю тебя за нос. Ты лежишь весь в крови, я царапаю твои соски. Ты обмазываешься кровью своей, я рву тебя на куски. Я рокерский... Шеймус, открывай уже, ну же. Твой отец хотел бы нам помочь, ты это знаешь. Что ж, этого следовало ожидать. Шеймус очень переживает из-за отца. Он больше и слышать не хочет об аутсайдерах. Мне он не поможет, но вот тебе, кажется, у меня есть идея. Вау-вау. Вот эта идея. Возьми записную книжку Дока и покажи ее Шеймусу. Она содержит много информации, которая, надеюсь, подействует как электрошок. Найди секретную лабораторию, маленький аутсайдер. Я пойду обратно в бар, чтобы попытаться восстановить связь с остальными. Ты что здесь делаешь? Я же говорил пробираться через канализацию самоубийства. Оставь меня в покое. Что это? Погоди, это моего папы? Ого, я и не знал. В нашей квартире есть тайная комната. Но где? Я кот, я прыгаю везде, ищу потайный ход. Где мой потайной ход? Вот и нашел я свой потайной. Это вторую картину надо бы тоже сбросить. Справа кот. Идея есть? Чел. Кот. Скажи. Бля. Я раньше не замечал этот цифровой код. Как я мог это пропустить? Понятия не имею, какой здесь пароль. Охуеть, чел, блядь. Ну ты ебать гений, сука. Так. А время покажет. Шестнадцать. 1, 6, 2. Ну, там 4 цифры вообще-то. Ладно, хз. Я попытался. А, время покажет.
А, время покажет. 2, 5, 1, 1. Попробуем так. Победа. Время покажет. Все, кошек-кошак, 7 минут, потом идем на Good Game смотреть киношки. Ну, сначала от сосников, видимо, хотя Вячи сейчас нет, и мы не скажем. Мы можем посмотреть Королевство полной луны. Наблюдение, приятные звуки и полное отсутствие дружелюбия. Старые бактерии человеческих времен поедают все виды материалов. Совершенное зрение в темноте реагирует на интенсивный свет. Тик-так, тик-так, тик-так. Первый раз вижу эту комнату. Не могу поверить, что ему удалось скрывать ее от меня все это время. Схемы должно быть для его оружия против зурков. Папа всегда скрывал, над чем он работает. Он сказал, что в теории оружие должно работать, но его нужно испытать в реальных условиях. Он ушел из поселка и так и не вернулся. Чё хочешь вообще? Сенсация, робот Нилс, внимание, контроль над зурками потерян, теперь они едят металл. Металл. Зурки едят металл. Я кот, который... Кот-металлист, не позволю есть зуркам металл. Схема дефлюксора. Концепция... Что, блять? Стоп, чел, ну давай. Концепция, световой пистолет, низкий приоритет, внешний вид, размер, мощность шума в децибелах, высокий приоритет, испытания в реальных условиях. Цель уничтожить 20 зурков в секунду. Ой-ой-ой, круто, кстати. Ширмус, чё хочешь? Нашёл здесь что-нибудь интересное. Нет, кстати. А надо найти что-то интересное, понятно. Отбросы. Отбосы. Колоссы. Сломанный трекер. Нашел здесь что-нибудь интересное? Да. Пятый сезон, чё? Мы на четвертом пока, еще и пятый есть. Погоди, я раньше это уже видел. Это его трекер. Папа всегда использовал трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может, мы смотрим, сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушел. Не могу поверить, что папа все еще может быть жив. Я так скучал по нему. Тебе нужно оружие против зурков, верно? Мой папа точно взял его с охуенно. Мне еще до папы добираться, до его жесть. 4 минуты, правда, осталось. Нужно только починить трекер, чтобы его найти. Кто-нибудь в трущобах тебе поможет. Иди за мной, я открою тебе дверь. Маленький Шеймус. Открывай дверь. Монах поможет. И ты потерялся, тебе что-нибудь нужно? Давай посмотрим. Этот трекер в плохом состоянии, но похоже его можно починить, спросил бармена. Эй, я бегу в бар. Кошак пришел в бар. Ты здесь новенький, чем я могу тебе помочь?
Блин, это квестовые диалоги, пиздец. Какой красивый предмет и редкий к тому же. Я знаю парня, который чинит подобные вещи. Он очень талантлив. Ну, просто немного. Ну, сам увидишь. Его зовут Элиот. Его офис находится слева отсюда, рядом с магазином, который заведует бабушка. На двери повсюду висят таблички. Да еб... Слева. При на выход слева, да, в смысле? Таблички. Мири, тебе спасибо, нормальная игра. Не худшая, в общем. А вот, эти таблички, в смысле. А это бар опять. А если на стол? Кайф! Я каждым могу, не только с этим. Не, котики, конечно, полная хуйня. Хорошие котики, хорошая игра. Тебе нравится новый наряд? Покой ночи, Мэтью Белл. О, таких поговорил с Элиотом, он настоящий гений электроники, он живет вон там. Где? Где, блядь, вон там? Ну ёб, бабка. Что значит вон там? Кто, где, кто живет? Господи, как там? Котам. Куда вниз? Да нравится мне, ну что вы начинаете это все? Все мне нравится. Сижу, играю в ваших котах. Где вон там он живет? Бабка! Ладно, все. Мех. Ладно, потом найдем Элиота.